Россия и Польша наконец договорились о взаимных грузоперевозках автотранспортом. По итогам переговоров в Гданьске объявлено, вопросы, возникшие в начале года, окончательно сняты. С начала февраля, когда истек срок ежегодных разрешений для грузовиков, движение фур через границу было под угрозой прекращения. Стороны долго обсуждали квоты, Варшава требовала льгот для своих перевозчиков, в Москве настаивали, что условия должны быть равными. И вот договорились, каждая из сторон получит по 170 тысяч разрешений. Мы считаем, что то количество разрешений, о котором мы сегодня договорились, достаточно и польским перевозчикам, и российским перевозчикам в условиях падающего рынка. Мы исходим из того, что рынок очень гибко реагирует на конъюнктуру, и если понадобится дополнительное количество разрешений, то мы в течение 14 дней можем собраться вновь и обсудить дополнительное количество разрешений на текущий год. Кроме того, стороны договорились уже в ближайшее время приступить к работе над новым межправительственным соглашением, по которому будут осуществляться автомобильные грузоперевозки. Действующее было заключено 20 лет назад, совершенно в других экономических условиях. Теперь нужно многое пересматривать.